Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком», тема «Война», вопрос 3301. Можно ли мы считать за истину выражение «Победа – лучший аргумент в споре»? Отвечает Игнатий Лапкин. Какая победа и насколько? Если с позиции вечности во свете Библии, тогда все верно. А если временная победа и на иных основаниях, в большинстве случаев победа может в конце быть поражением. На Уфея побили камнями, полна победа Иезавели. Но царица Евдоксия, победившая Златоуста, вошла в историю как беснующаяся Иродиада. Головы Иоанновой требующие. Запускавшие против меня язвительной стрелой разума, где они? Может быть, страдают духовно, а мне хорошо. Обвиняющие меня тоже не на пустом месте говорят, что же им приблазнилось. Но они не захотели сесть за стол, на котором кроме Библии ничего нет. Столько разделений в мире, в христианстве. Почему? Какой рецепт, чтобы этого не случилось? У меня свой есть, ничего выше Библии не ставить. Но понимать ее по святым отцам церкви во всем, что не противоречит самой Библии. И нельзя так рассуждать, что если Библия о чем-то молчит, значит это разрешено. Она ни слова не говорит о том, чего тогда не было. Но порицание греховному, нынешнему, она уже вынесла под другим именем. Если я начинаю подробно исследовать, чем вызвано очередное нападение на нашу общину, иногда даже от близких некогда нам, то это вовсе не значит, что я обиду держу напавшего. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 21 стих. «А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Ефесянам 5, 13. «Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть». 1 Иоанна 5, 4. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша». Казненные, умученные, за Христа живы, и голос и ныне доходит до слуха Владыки. Откровение 6.9. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. А победившие их, получившие награду за уничтожение святых, они где? Евангелие от Иоанна 9.31. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. Откровение 12.11. Они победили Его кровью Агнца и словом свидетельства Своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Победа должна быть чистая, без ущерба кому-то со Христом. Иные религии с мечом приходили, свою инквизицию распаляли под святыми, но победа там, где победитель Христос. 1 Иоанна 4.4. «Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». «Свирепых львов увидел я во сне, развеселило их мое обличье, и дать клыки они решили мне, чтоб слабых бить и жадно рвать добычу. Но отказался я от этих прав, остаться человеком пожелав». Давид Кугультинов.